Всем привет! Давным-давно, 2 года назад, мне написал один подписчик. Он тогда был топ-1 битом мира. Правда, он апнул его в ШД, но все равно это очень крутое достижение. Так вот, он тогда предлагал мне с ним задуэлиться 1 на 1. Но, к сожалению, у меня были другие планы, поэтому как-то не сложилось. И вот, спустя 2 года я о нем вспомнил, и мы с ним договорились записать ролик. Поэтому сегодня мы будем проверять бывшего топ-1 бита мира, посмотрим, потерял ли он свой скилл за 2 года, и сможет ли он раскатать меня и моих сокланов 1 на 1. Начинаем. Вот он зашел, этот вайдер, давайте посмотрим. Так, 26к, что-то мало у него кубков. Видимо, он сейчас уже не пушит, как я. Так, вот, 35 ранг на бите, да, это он. Бывший топ-1 бит мира. Ну что ж, посмотрим сейчас, осталось ли у него что-нибудь за 2 года, остался ли скилл, и давайте против него начнет дуэлиться какой-нибудь Патрик. Ну а дальше уже посмотрим. Не знаю, какие шансы тут у Патрика, но я бы на него точно не ставил. Кстати, построил специальную арену для дуэли на битах. Отойди, Айс Фокс. Это место для судьи, для меня. Ну что, начинаем по смайлику, готовы? Давайте. И гоу. Погнали, давай, Патрик, тащи. Ой, Вайдер сразу стал поджимать. Вот это да, Патрик! Не сливайся, не надо. Живи, Патрик. Так, что-то печальная ситуация у Патрика. А Вайдер как-то сразу стал жать, смотрите. Как будто бы... О, нормально, давай, Патрик. Ай, нет. Только хотел сказать, что... Типа, есть шансы, но все. Минус Патрик. К сожалению, да. К сожалению, первого Вайдер побеждает. Теперь дуэль против собачки Гав-Гав. Второй соперник. А собачка играет немного получше, чем Патрик. Поэтому, думаю, тут будет поинтересней. А, так, Вайдер. Надо вставать на хилку. А, все, он стал, хорошо. Так, ну и давайте, гоу, погнали. Давай, собачка, в атаку. Хорошо. Самое главное, это занять мид, все. Можно поджимать его. Давай, собачка, вот это да. Наказывай топ-1 бита мира. Ой, что такое, зачем отходить было? Можно же просто с хилки накидывать. Но я бы так делал. Кстати, в конце я тоже против него подуэлюсь, попробую. Ой-ой-ой, баф уже есть у Вайдера, это плохо. Это плохо, конечно. Так, тоже надо ставить баф. Ай, плохо поставил баф, собачка. Его же сейчас несут. А вот Вайдер прям поставил профессионально, смотрите, как баф стоит. Что его уже не уничтожить. Ай, как же все плохо. Блин. Да ладно, он второго выносит, неужели он нас сейчас всех вынесет? Сейчас у нас дофамин, поэтому я Вайдеру не завидую. Потому что дофамин — это топ-1 нашего клуба, самый сильный мой соклан. Я не верю, что он сольет, но он не должен слить. Давайте. Так, давай, дофамин, я на тебя поставил. Он еще ветеран, он единственный человек, который получил ветерана в клубе за актив. Он реально очень активный, очень сильный, поэтому я... Вот, смотрите, он уже давит Вайдера. Вайдер уже морально подавлен. Так. Хорошо. А, дофамин особо не рискует, не лезет так сильно прям. Есть уже баф. Вот видите, вот этот человек, который прям умеет играть. Я про дофамина. В отличие от... Ладно, не буду говорить кого. Так, давай, дофамин. Все, выноси баф. Так. Давай, надо наказывать. Ой-ой-ой, хп-то мало, дофамин. Хп-то мало, ой-ой-ой, опасно-то как. Так, давай. Что, он выносит его, жесть. Это было очень жестко, реально. Пока что топ-1 мира вынес только один человек, дофамин. Посмотрим, что будет дальше. Теперь Айс Фокс. Айс Фокс очень хорошо играет. Еще когда я проводил дуэли, он прям жестко всех раскатывал. Поэтому я в него верю. Дофамин. Ой, Вайдер правее. Ну блин.
Вот, отлично. Так, все, давайте начинаем. Давай, Айс Фокс. Не, Айс Фокс очень жесткий, несмотря на то, что он не пушит кубки. Ой-ой, что делает Айс Фокс? Вау, что? Что? Что это было? Вы видели, что было с топ-1 битом мира? Офигеть. Вообще не ожидал, что так будет. Кстати, Вайдер сейчас написал, что у него лагало. Что-то с джойстиком было, типа он не двигался. Не знаю, у меня такого не было. Джойстик не двигается, если там экран запотел или еще что-то. Ну, типа... В общем, странно, странно, может это реально так. Давайте сейчас еще раз проверим. Надеюсь, что сейчас все будет нормально. Так, давай. О, вот, сразу Вайдер стал поджимать. Может, реально у него в прошлой катке было что-то с джойстиком? Так. А, нет, у Ильи уже баф. Вайдер, правда, его пытается вынести, но опасно. ХП-то мало. Давай, Илья. Надо попасть. А как он так мансит-то? Ладно. Так, ставить баф за кактус. Ну, не знаю, я бы пошел в атаку. Вот как Илья. Так, Илья атакует. Ой, опасно для Вайдера-то как? Вот это да, что? Почти добил. Опять Вайдер что-то стал на месте. Бывает, бывает. Решил, видимо, отдохнуть. Так. Очень мало ХП, можно заходить. Заходи, Илья, надо добивать. Нет, теперь у Ильи все плохо. Что происходит? Нет, теперь у Вайдера. Нет, у Ильи. Что? Что это такое? Очень эпичный бой. Очень эпично. Так, 300 IQ мув от Ильи. Нет, нет, Илья, блин, а такой мув был классный. Да ладно, что? Так, Вайтер что-то встал на месте. А у него реально что-то с джойстиком? Вы видели это? Он реально встал на месте. Жесть. Ну все, теперь я, моя очередь настала. Блин, ну я же его не вынесу. Если он подфиксит лаги, у меня шансов никаких нет. Мне так кажется. Ну, блин, я вообще, я нуб в БС, понимаете? Но я никак не должен его вынести. Ну, посмотрим. Буду пытаться. Блин, я уже передумал, как отказаться. Он еще и пошел налево зачем-то. Он же всегда справа сражался. Я так понял, слева лучше, да? Ну все, мне точно конец. Так, Айс Фокса я вижу, в принципе, он будет кидать смайлик. Все, блин. А, нет. Так, надо аккуратно стрелять. Так, все, баф есть. Так, давайте в атаку. Вот сюда. Так. Блин. Ай, нет, что я сделал? Нет, 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 нет. Так. Ай! Я сейчас умру! Ай! Что? Что? Ну, на самом деле, так и было задумано, да, так и было задумано. Это 300 IQ тактика. Ребят, я вынес топ-1 бита мира. Я вынес топ-1 бита мира. На этом все. Кстати, этот Вайдер оказался очень адекватным человеком. Когда выходил из комнаты, он очень вежливо со всеми попрощался. Объяснил, что за 2 года действительно потерял скилл. Вот, но тем не менее, получилось прикольно. Пишите в комментах, что об этом думаете. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.